Барнаульские дороги зальют холодным асфальтом. Уже закупили 5 тонн смеси. Ее цена в 3 раза выше, чем простой асфальтный. Зато с материалом можно работать при минусовых температурах. Вся смесь пойдет на ремонт трамвайных переездов. 5 тонн на 50 квадратных метров. Начали с Красноармейского проспекта. Плановый же ремонт с применением обычных материалов начнется в середине апреля, когда подсохнет асфальт и установится плюсовая температура. Смесь, в принципе, давно применяема, она не новая. Она сделана на основе тех же материалов, это гравий, песок и модифицированный битум. То есть битум, он на гелеобразующем материале изготавливается, который позволяет как раз сделать структуру асфальтобетона такой, чтобы применять при температуре до минус 15.